Драбалар доғаттар, үті күнінен. Здравствуйте, друзья, добрый день. Беги бельсиен и хабит долганнар тылларын. Мы продолжаем занятия на долганском языке. Бүгінгі рухпут кәрген тұғынан. Сегодня на уроке мы поговорим о семье. Иллян бухангалары, өйдем. Слушайте эти слова и запоминайте. Ине, мама, тете, отец, дяктара, жена, эре, муж, ого, ребенок, оголор, дети, ола, сына, кыга, дочь, убай, старший брат, балыс, младший брат, младшая сестра или племянник, эди, старшая сестра, эбе, бабушка, эхе, дедушка, таим, эхе, это дядя, младший, старший, эди, эбе, тетя, младшая, старшая. Мин огомогото, внук, мин кыгы могото, внучка. Кинит, невестка, кютет, зять, кынны, тесть, и не кынным, теща, тоён, это свёкр, уругут, родственник, Урулар гыт, родственники. Капсетигер битигер, туттоқпут бытыллары. Сейчас будем составлять из изученных слов предложения. Ихиллен, слушайте. Энкергенин улаханду. Большая ли у вас семья? Кастаргыты, сколько вас? Беги бестербит, нас пятеро. Энердекендо, вы замужем? Эндехтардекендо, вы женаты? Энкасоглоккунуй, сколько у вас детей? Миникеглоккун, у меня двое детей. Энолорун аттара, как зовут твоих детей? Олу мата муку, кы мата гдо. Сына зовут Николай, а дочку Дуся. Токковля лиллер, тетягин кытта инян. Где работает отец и мать? Гнилер тыгавля лиллер, тетям табагыт, инян дилягите. Они живут в тундре, отец оленевод, мама чум работница. Хаздиллагай тетям. Сколько лет отцу? Тетям алтоон диллаг. Отцу 60 лет. И небель бегон без толла. Матери исполнилось 55 лет. Улахановаем учитал. Старший брат, учитель. Балтым булчут, младший брат, охотник. Бүгін бігігі өретті біт ханга-хангалары кәрген тұғынан. Өйдөң іті хангалары. Сегодня мы учили новые слова о семье. Запомните эти слова. Урок пут бүтті. Урок закончился. Нятяскан. До свидания, друзья.